Мне удивительно, что столько людей пришло. Увидеть такую концентрацию бизнесменов на один квадратный метр – это великолепно. Многие руководители, многие собственники бизнеса, к сожалению, недооценивают важности создания системы продаж. Для того, чтобы эффективно продавать, нужно уметь слушать и желать общаться с людьми. Именно передача информации, передача методики является ключом для эффективности тренинга. Купите бэдж. Нет, бэдж купите. Смотрите, классный бэдж. Хотите 100 штук за 3 доллара? Видите, неуютно, да? Это очень хорошая организация, очень хорошее место. Здесь правильные люди, правильная аудитория. А знаете, для спикера важно ведь не только говорить правильные вещи, но еще получать правильную обратную связь. Поэтому с качеством продукта у вас все в порядке. Я вас поздравляю, вы молодцы. Характер внимания и реакция аудитории меня очень порадовал. Это действительно очень благодарные и важные для меня люди, которые действительно пойдут и будут использовать все то, с чем я сегодня поделился с ними. Огромное им за это спасибо. Здесь очень весело, очень интересно. Здесь куча позитивных людей. И, ну не знаю, супер. Спасибо вам.